Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами такое вот влоговое видео. Хожу по центру города, покупаю все, что нужно приобрести мне, вот предметы первой необходимости в том числе. Сейчас была в оптике, вы все знаете, кто меня долго смотрит, что я ношу линзы. И зрение у меня такое минус основательный, минус 5. И вот пришла я эту в оптику, и можете себе представить, линзы с моими диоптриями, моего размера, моего радиуса, осталась только одна. Я думаю, что делать. Но цена не повысилась. Я говорю, под заказ, да, возможно, вот сделать под заказ. На что мне ответили, да, можете под заказ, но нужные вам линзы вот этой фирмы, причем фирма-то российская, Конкор, будут, наверное, через 3 месяца под заказ, и то не точно. В общем, я подумала, что делать. Одна линза была такая, какая мне нужна, но мне же нужно все-таки их 2. Вот, я думаю, что делать, но я спросила, а есть какие-то схожие диоптрии, и вот девушка в аптеке посмотрела и нашла мне на диоптрии минус 4,75, и они оказались еще подешевле, одна линза выходит, в общем, где-то 800 рублей. Вот, пришлось купить, но минус 5, минус 4,75, что поделаешь, ну не ждать же 3 месяца, поскольку линзы еще, к тому же, вы все знаете, имеют такое свойство иногда сломаться, порваться. При неумелом использовании, вот хорошо, у меня сейчас ногтей нет, вот, а когда были ногти, когда я их наращивала, я постоянно эти линзы рвала просто на раз-два, тут придется, видите, бережно относиться к линзам. Еще у меня был такой случай, что я вообще эти линзы в помойку выкинула, другой раз в раковину, ну, в общем, все бывает, линзы контактные я ношу очень давно, ну, не знаю, с 18 лет можете сами посчитать. Так, еще я зашла в оптику в другую, заказала очки. Собственно-то вот сейчас я и гуляю, потому что жду, когда мне сделают очки. Очки свои я, как это говорится, положила в 2 кармана, села на них, и они у меня сломались. Очки я ношу только дома. В общем, так получается, очки я ношу только в домашних условиях, ну вот там на даче, да. На улицу я обычно одеваю линзы. Вот, ну, потому что в линзах же круглосуточно находиться нельзя, и в том режиме, в котором сейчас многие из нас сейчас живут, да, ложимся спать поздно, смотрим новости. В общем, я их как просыпаюсь, одеваю и снимаю где-то часов 12. А вот. Так выглядит наш центр города. Сейчас светофор. Буду переходить на светофор. Уже поеду. Мне позвонили, что мои очки готовы. Нужно было, конечно, камеру протереть, но ничего страшного. Очки мне обошлись уже с небольшим подорожанием. В сумму где-то около 10 тысяч рублей. Но это уже с установкой стекол и с работы, и с ускоренной, так скажем, да, с ускоренным монтажом оправы. Также вот сейчас, да, сейчас уже будет светофор. Пробежалась по магазинчикам нашего города. В Ревгош я даже заходить не хочу. Ну вот, все, сейчас пойдем. Солнышко так светит. Зашла в Литуаль. В Литуале сделала приобретение. И еще сделала приобретение в нашем магазине парфюм. В нашем таком старейшем магазине целых 2 парфюма. Хотела 3, но потом подумала, куда мне, да, столько. Куда мне столько много, вот, все-таки, да, ну, все, естественно, старалась приобретать в максимальном объеме и люкс, и ниша, в общем, такое, да. Сейчас я вам покажу пакетик. Кстати, вот так вот выглядит наш город сейчас весной, но вообще морозно, у меня без перчаток даже руки немножечко, так сказать, заморозились. Да, вот можете посмотреть, да, как бы самый центр нашего города. Ну и тут у нас, конечно, оплот всех парфюмерных магазинов, они тут все рядышком. Вот, посмотрела цены в Литуале, ну, не знаю, человек ко всему привыкает, и уже цены в Литуале мне не показались такими огромными. Но вот в Ревгош, с тем, что у них на официальном сайте, например, да, Байреда, сотка 71 тысячу стоит, я туда даже заходить не хочу. В Литуаль зашла, цены меня не отпугнули, но все они, да, там за 100 миллилитров и за максимальные объемы, все они больше, чем за, ну, за десятку идут. Ну вот я нашла по акции, ну как сказать, я давно еще нашла, присмотрела после Нового года один из своих любимых ароматов Тома Форда, который у меня уже закончился, кстати, благодаря вам, вы мне его помогли закончить там. Вот, все машины вроде
своих. Я вот все смотрела, надо мне, не надо. Казалось, еще дороговато, даже со скидкой 40%. Но, в общем, в этот раз я подумала, наверное, на 8 марта нормальные девочки-то разобрали, и мальчики в подарок своим девочкам. Но, оказывается, нет. Как стояла ароматная композиция, так там и стоит, причем и в максимальном объеме, и в объеме 50 мл. В общем, сейчас мне уже такая цена не показалась такой шокирующей на фоне всего происходящего изменения цены. Я ее приобрела. Также вот в магазине парфюм, который у нас вот там вот находится, да, вот, вот там. Там, кстати, памятник Михаилу Крову. Вот я сейчас там была. Я там приобрела два аромата. Один люксовый, а второй амуаж. Потому что у меня амуажики тоже уже все подходят к завершению. Себе я оставляю мильков по 30 всего лишь. Но все ароматы от амуажа, вы все знаете, что они очень стойкие, шлейфовые. Ну, даже, можно сказать, гипермегастойкие. И тот аромат, который я себе выбрала в магазине парфюм, тоже еще по старой цене. Амуаж, ну, раньше цены в магазине парфюм по сравнению с интернет-магазинами, например, с тем же Рандеву, мне казались просто какими-то космически заоблачно завышенными. Сейчас на фоне другого это уже не кажется заоблачно завышенным. И сейчас переключусь на свою... ну, в общем, да, и к тому же, что радует, когда ты покупаешь в розничных магазинах, это то, что... нету никакой предоплаты, да, неизвестно куда, вдаль улетели твои деньги, вернутся, не вернутся, будет в наличии парфюм или нет, это еще неизвестно. В общем, предоплату я делать крайне не люблю. А тут в розничный магазин пришла, выбрала, так сказать, и на месте купила, расплатилась, в руки получила парфюм. Отдала деньги, в руки получила, да, парфюм, все. Все при своей выгоде. Магазин при выручке и ты при желанном парфюме. Поэтому, да, вот не очень-то я люблю делать предоплату. Всегда, в основном, когда заказывала, то заказывала с оплатой при получении, и мне это более чем устраивало, да. Вот как-то вот так вот переживать, куда там деньги ушли, не повысили цена и так далее, тому подобное, это точно не в моем вкусе. В общем, так вот. Вот вам еще немножечко нашего города. Кстати, самое интересное, да, что в Лютуаль пакетик за деньги, и в Лютуаль мне ни одного подарка не подарили. В подарок очень, так скажем, да, дорогостоящие покупки. А вот в магазине парфюм одарили подарочками, я правда не знаю еще какие. В общем, будем снимать видео про мои покупки постепенно, чтобы, значит, не все сразу, да, как многие делают, а чтобы для контента, да, по очереди. Я еще не успела для вас снять то, что мне за это подарил целых два парфюма, я ими уже вовсю пользуюсь. Вот, сейчас я вам покажу. В парфюме пакетик бесплатно. И вот туда я литуалевский. Духи положила литуалевский из магазина парфюм. Вот. Видите? Целых, не знаю, 3 килограмма духов. Сейчас вот так вот сделаю. Вот, несу. В общем, Лютуаля, ни подарочка, ничего. Только спасибо, пожалуйста. И так далее, и тому подобное. Так. Вот автобус какой-то едет. Я сегодня передвигаюсь пешком и на автобусе. Нужно все-таки, да, как это говорится, походить. А вот у нас раньше тут была остановка, а я уже так давно не ездила на автобусе. Ой, позорище. Вот, видимо, вон там остановку перенесли. Вот у нас опять с вами светофорчик. Пойду сейчас заберу очки. Так что вот такие дела. Но все равно покупкой в Лютуале ароматы я очень довольна, потому что, ну, что там с этим пакетиком подарками, парфюм мне обошелся по еще старой цене, да, та, которая была до всяких подорожаний. Но я знаю, с чем это связано, потому что, по-моему, этот парфюм уже снят с производства. Это бренд Tom Ford, да, забегая вперед. Я вам хочу сказать еще зелененький. Вчера я вела вечка, то я иду такая вся, не торопясь, иду такая вся вдоль Тигабана, да. Вот, так что так, пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы приобрели, да. Сейчас такой ажиотаж, все что-то стараются покупать подешевле, урвать по старой цене. Как это оказывается, например, в парфюмерии, некоторой бытовой техники, в таких, знаете, затрапезных магазинах бытовой техники, где на периферии, в принципе, можно еще найти старые цены. Так вот, например, да, вот у нас стала вытяжка барахлить на кухне, мы приобрели вытяжку.
я так посмотрела, я давно уже вытяжку хотела. В общем, вытяжка подорожала всего лишь 800 рублей. Причем, что самое интересное, что вытяжка польского производства, да? А, вот. Ну, в общем, не Китай, а Польша, ну, нормальная такая кухонная вытяжка. Также мы приобрели телевизор на дачу, тоже уже немного подорожавший, но не так вот катастрофично, можно себе позволить. И получилась вот такая интересная ситуация, что, в общем, мы все откладывали, откладывали на потом покупки, и это полностью оправдывает нашу русскую пословицу, да, что пока гром не грянет, мужик, в общем, не перекрестится, да, как получается. А вот откладывали, а тут сразу все, что нужно, и нам покупали. Вон, смотрите, сзади меня какой красивый фон, да. Сейчас я вам переключу, и вы познакомитесь поближе. Мне вообще сейчас нужен автобус. Нет, это не мой автобус, который сейчас едет, вот. Так что пишите, что вы купили в порыве ажиотажа, что-то, может быть, откладывали, думали потом, а в связи с той ситуацией, которая у нас сложилась, пришлось вам что такое, так же, как и нам, срочненько приобретать. Вот такая красота, правда, солнышко светит прям в камеру, смотрите, все еще подо льдом, затьмачки, я не знаю, будет вам видно или нет, сейчас постараюсь вот так сделать, может, вам будет видно, посмотрите, что тут к чему. А вот там вот у нас раньше был за мостом, раньше был самый большой городской рынок, так называемый центральный городской рынок. Не знаю, там уже 100 лет не была. Не знаю, есть он там сейчас, либо нет. Вот так вот. А это гостиница «Волга». Ага. Тоже много с ней связано в молодые годы. Итак, мои хорошие, я уже наконец-то дома. Вот мои 3 килограмма духов. Но сразу все карты открывать не буду, иначе снимать будет не про что. Буду постепенно вместе с вами распаковывать парфюмерные композиции, которые там. Также мне в магазине парфюм дали журнальчик. Как-нибудь вместе с вами мы тоже его полистаем. Ну и сейчас полистаем, да, косметика, парфюмерия и так далее и тому подобное. Очень интересно, люблю такие журнальчики. Но зато давайте с вами посмотрим, что же мне в магазине парфюм положили в подарок. 2 каких-то интересных конвертика. Парфюм Discover и New Fragrance. New Fragrance — какая-то новая парфюмерия. Сейчас откроем, посмотрим, что же там такое. Ну, хотя бы что-то парфюмерного нужно мне вам показать. Так, все. Ух ты! Вот это подарочек. Классный подарочек, между прочим, смотрите. Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood. Это у нас концентрация Eau de Parfum. Вот такой подарочек. Супер-мега классный. Огромное спасибо. Опять цветочек упал. И давайте посмотрим, что во втором конвертике. Если он у меня, конечно, откроется. Прошу прощения. Прошу прощения за такое обращение. Как говорится, ну что поделаешь. Так, открыли. Давайте посмотрим, что в этом конвертике. То же самое или может быть что-то другое? Нет, а в этом конвертике у нас что-то подешевле, но тоже приятно. Это сэмпл фирменный Calvin Klein Everyone Eau de Parfum. Насколько я помню, эта парфюмерная композиция, по-моему, предназначена для мужчин и для женщин. То есть что-то такое свеженькое. Вот. Так что, да, пустячок, а приятно. А вот у Satin Mood это вовсе даже и не пустячок. В общем, да, с подарочками. Сейчас покажу покупочки. Вот очки. Сейчас я вам покажу их на себе. Вот такие домашние очочки. Буду также вот в аптеке. Сегодня бегала по многим аптекам по просьбе подписчицы. Но то, что она просила, к сожалению, у нас нигде нет. Но зато вот себе я приобрела еще один Ликотин Универсал, раствор для линз. Он пока еще не подорожал. И, собственно, это линзы. Да, про линзы я вам уже рассказывала. Линзы сейчас будут в дефиците. Хотя это наши российские линзы фирмы Конкор. А вот. Можете посмотреть. Минус 4,75. А почему они такие влажные? Нет, они не влажные, они прохладные. Минус 4,75. 2 последние линзы я взяла. И одну вот со своими диоптриями. На случай, если одну какую-то из своих я порву. Это вот минус 5 и радиус 8
и 4. Это маленький радиус. Вот это мой размер линз. Не знаю, цена тут будет написана или нет. Будет, наверное. Вот, можете сами посмотреть, потому что до копеечки я не помню. Я точно помню, что вот эти вот, да, вот цена. Вот эти были подешевле. Нет, вот эта была подороже, которая одна. А вот эти вот были подешевле. Да, 740. Так что вот, немножечко подзапаслась. И духами подзапаслась, и очками подзапаслась, и жидкостью подзапаслась. В общем, всем, чем можно на свете. И еще, кстати, сейчас была в продуктовом магазине и запаслась женскими прокладками. Чего я вам тоже рекомендую сделать, потому что вот сие достижение прогресса очень быстро заканчивается. Его разметают, ну, наверное, как сахар. И показываю себя в очках, но так как на мне надеты сейчас контакты и линзы, то через вот эти очки я абсолютно ничего не вижу. Даже не вижу, что я снимаю. И будет ли вам это? В общем, вот такие вот очки. Все, ничего не вижу. Ну, вот. Надеюсь, вот в таком ракурсе вам понятно, что это... Ну, такие вот очки, как очки. Большие и удобные. Ну, все, в общем, на этом я заканчиваю данный такой веселый, потребительский, так скажем, влог. Говорю вам всем пока-пока. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Хотя это сейчас уже не важно. Самое главное, что смотрите. Я вас всех целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч. Конечно же, еще увидимся. Конечно же, еще увидимся. Вон же, сколько парфюмов я закупила. Еще не все вам показала. Так что будет о чем парфюмерном поговорить. Не переживайте. Также приглашаю вас в Инстаграм. В Инстаграм, естественно. Что я говорю, да? Инстаграм-то закрыли. Приглашаю вас в свой новый Телеграм, ВКонтакте. Где у меня еще есть? Ну, в общем, в Телеграм, ВКонтакте, да? Все ссылки, пароли оставлю вам в описании под видео. Можете там кликабельные все ссылочки, заходить, подписываться. В Телеграме можно переписываться совершенно. Телеграм пока никем не просматривается. Все конфиденциально. И также группа у меня там же в Телеграм создана, которая называется «Ольга Тверская парфюм». Ну, все крутится вокруг Ольги Тверской. Тоже заходите. Туда я вчера ночью, полночи перемещала все фотки духов. Вот. Которыми я делюсь. В общем, все, заканчиваю, закрываюсь. Пока-пока. До скорых новых встреч.